Так, ладно, неправильно. Тут еще какая-то вот такая. Если кто успел посмотреть мое видео о шоколадном магазине Ройс, то вероятно помнит, что я так и не успела побывать на самой фабрике из-за ее закрытия. Но на этот раз нам предоставился шанс, и если честно, то я совершенно не была готова увидеть такого грандиозного размаха. Особенно поразил антикварный музей со старинными телефонами, радио, первыми деревянными японскими велосипедами и музыкальными автоматами. Но не будем забегать вперед. Плантации с какао, как садится, все наглядно объясняется. Такое впечатление, что ты ходишь вот по джунглям, в которых растет какао. Фабрика огромная, но в ней настолько все просто, понятно и доступно, как производят на свет всеми нами любимый шоколад, что это интересно не только детям, но и взрослым. А так как японцы любят все делать по инструкции пошагово, то и мы, окунаясь в инсталляции колумбийских какао-плантаций, кратенько пробежимся по истории его выращивания и производства. Саженцы какао, выращенные в ближайшем питомнике, сразу пересаживаются на ферму, так как они не переносят попадания прямых солнечных лучей и сильного ветра. Вокруг них высаживают затенения из смешанных посадок кокосовых пальм, банановых, каучуковых и манговых деревьев до тех пор, пока они не вырастут больше. Первые цветы на деревьях появляются не сразу, а только в возрасте 5-6 лет, а плоды образуются в течение 30-80 лет. Но первые плоды сбора, называемые какао-подс, достигшие приблизительную форму футбольного мяча по регби, собирают уже через 2-4 года. Такой урожай считается самым качественным. А, ну и вот какой он на вес, собственно, и тяжелый. Растущие прямо из ствола дерева плоды срезаются опытными сборщиками, затем рассекаются вручную с помощью мачете и взвешиваются в специальных сетках, а после этого помещаются в бочки. Да, вот здесь вот уже наглядно показывают, как чистят, вскрывают какао. Длительность ферментации занимает 10 дней. Схема проста. Пока белая мякоть плода, содержащая сахар, начинает бродить, достигая 50 градусной температуры, прорастание семян тормозится выделяющимся в процессе брожения алкоголем. В итоге бобы теряют часть своей горечи, однако сохраняют свои типичные ароматические вкусовые свойства и цвет. Ну и естественно к этому прилагается видео. В некоторых регионах из-за частых дождей бобы сушат в специальных сушильных печах, однако такой процесс приводит их к непригодности для использования в производстве шоколада из-за примеси вкуса дыма. Вместо этого компания Ройс предпочитает сушить свои какао-бобы на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами, располагая их на специальных раздвижных сушильных столах с возможностью регулировки. Кстати, довольно тяжелое такое. Вон он там даже на какой-то такой цепочке специальной. А когда дождь, то есть его
загоняешь под навес. Такая сушка занимает несколько дней, пока содержание влаги в бобах не останется ниже 7%. В течение этого времени бобы периодически перемешивают и разбивают. В случае дождливых дней столы легко сдвигаются и сушильные настилы с бобами укрываются под навесом. По окончанию сушки бобы теряют примерно 50% своего первоначального размера, после чего они упаковываются в мешки и отправляются прямиком в Японию. Это то есть у Ройс есть своя ферма в Колумбии, где японцы там выращивают какао-бобы и поставляют, опять же, их в Японию, чтобы производить шоколад, какао и так далее. Вот здесь вот такой мешок, и можно его даже своими силами поднять. Ну, 70 килограмм, конечно, это... Нет, ну, там папашка японский тоже пытался, говорит, что Мури, типа, не может. Медленно превращается в шоколад. Круто. Здесь одна вот в этой комнате. Класс. Здесь вот прям саму фабрику. Высокое качество производства и строгие стандарты гигиены – это основные принципы компании Ройс. Доступ к сервисному обслуживанию тщательно контролируется. Перед входом в зону производственной линии все работники обязаны надеть заводскую робу и специальную обувь. О, тут я в робу. Каждый сотрудник проходит через воздушный тоннель, который удаляет пыль, плюс использует роллер с клейкой лентой, чтобы избежать переноса пыли на одежде. Так, здесь можно даже попробовать, да? То есть стоишь. Ничего себе. Далее следует тщательная помывка рук и дезинфекция. Никто не допускается к производственной линии, пока полностью не пройдет эту процедуру. Благодаря строгим и прозрачным мерам безопасности, компания Ройс гарантирует высокое качество своей продукции, отзываясь на потребности клиентов и придерживаясь высоких стандартов. Вот, и потом только заходит на фабрику. Ну и здесь вот как перерабатывается, видимо, на фабрике уже какао. Ну вот мне чем-то вот эта фабрика, она напоминает шоколадную фабрику. Вот там то же самое, заходишь и прям все можно, значит, посмотреть. Посмотрели фильм
У нас тут экран открылся, экран прям открылся, и мы вышли уже в другой отдел. Круто! Вот отсюда мы вышли вот сюда. Вот это фабрика. Игровая зона Ройс необычна. Она представляет собой совокупность различных макетов и инсталляций, которые можно не только рассмотреть и потрогать, но даже побывать внутри конвейера и воочию погрузиться в процесс приготовления сладостей. Так, зайдем в 3D-шные чипсы. Прям, считай, вот как в конвейер зашел. И смотри. Здесь батончики в шоколадках окунаются. Какая вкуснятина! Мы тут сидим, и шоколадки расступаются. Смотри, они подвигаются, подвигаются. Ну-ка. О, она прямо уходит, слушай. Не дает, чтобы мы наступили на нее. С шоколадками можно. О, а я вот на это наступаю. А, нет, слушай, я на нее наступаю. Она от меня, от меня. Также можно попробовать создать знаменитый рифленый шоколад на одном из игровых автоматов. Педаль? Стоп. Перфект. А, то есть я идеально положила. Здесь мало. Гуд. Надо еще какой-то... А, о, нифига себе. Тут надо еще даже... Переложишь это все. О, перфект. Good. У меня что-то и рисуги. Мама! Сабис, блин. Сервис бесплатный. Господи, куда я ложу? Боже. О, нет, меньше. О, во-во-во, что дают. О, тайм-аут. Здесь покрутил, покрутил. И шоколадка тебе настоящая выпала. Можно попробовать. Крути еще. О, и туда вон упали мусорные. Пойдем. Ну, здесь уже выход. Шоколадкой угостили, все посмотрели. Здесь это разувается уже, да, когда выходят из фабрики. Отделение, потом мы переходим вот сюда, вот как такой плавный переход идет, с еще более высоким потолком. Здесь низкий потолок, а здесь уже второе отделение. Черри со вкусом вишни, шоколад. 1000 йен стоила. Этикетка январь 1980 года. Но тут всего не рассмотришь. Вот какая интересная еще. Господи, еще нескончаемый музей. А тут вот это очень круто, это очень круто, я обожаю такое. Музыкальные, это все музыкальные аппараты. Это значит, музыку, это дискотека, клуб, в клуб приходил раньше. Это диджеи, это вот диджеи, первые диджеи, пожалуйста. Вот диджей. High Fidelity. Ну, что, вот бросаешь монетку и нажимаешь, это вот и музыка играет. Что, не поняла? И танцуешь вот раньше. Тут то же самое. Ну да, вот бросаешь монетку сюда вот нажимаешь, и вот тебе музыка, пожалуйста, да, вот. Ту-ту-ту-ру-тут. Ту-ту-ту-ту, типа такого было. Да, ты как думала? Вот прям тебе сейчас телефон открывай, наушник тебе вставляй, и музыка играет. А раньше никаких наушников не было. Вот, пожалуйста, 5-10 центов, 25 центов,
стоишь возле аппарата, там вот так вот, вот так вот. Да-д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 а, именно так. Здесь еще вот, пожалуйста, выбирай, какую тебе от 1 до 6, вот видишь, еще 24 аж пластинки. Обалдеть, вот этот вот крутяцкий. Очень-очень-очень-очень. Это очень круто. In the mood. Ну все, а это у нас JBL, блин. Вот вам и JBL. Вот он какой JBL был, пожалуйста. Первый JBL. Колоночка. Раз, два. Ну да, вот мы обошли вот, собственно, всю фабрику. Начали мы снизу, зашли в лифт, потом мы обошли вот так всю фабрику, вышли отсюда, и здесь уже на лифте спускаешься, или можно на лестнице. Когда выходишь, здесь стена. Можно на выходе взять вырезанный трафарет какао-бобов. Как мы и смотрели, то есть три вида какао-бобов, да, и здесь вот три вида, вот оранжевый, красный, желтый. И здесь можно взять фломастер или карандаш и подписать, понравилось или нет, то есть свои какие-то эмоции. Ну вот здесь вот разные эмоции. Вот кто-то пишет, вон гейм утонуть кота. Кто-то поиграл. Угу. Здесь даже кто-то, он был с Таиланда. Все пишут, все, у всех положительные отзывы. А что написать? Они двигают. Оле? Я тебе говорю, что двигаются. Фабрика наикрутейшая, обожаю шоколад Ройс, прекрасно, все. Мы купили, да, классно, не только зимой, но и летом. Когда я здесь была зимой, здесь было все в снегу. Сейчас летом такие беседочки, классно все, очень круто.